Всем привет! Делаю видеообзор нового дома в районе Талина. Тут есть своя деревня, которую в большинстве своем раскупили тайские семьи. Домики новые, они все огорожены. Вот, допустим, сейчас мы будем смотреть вот этот. И мы видим, что здесь огорожена территория, немножко даже зелени уже появилась, хотя дома свежие. Здесь место для парковки, парковка не крытая. Вот она. Заходим. Посмотрим, что здесь есть. Вот, кстати, расстояние до дома вот такое вот. Давайте зайдем внутрь. Пытаемся настроить Wi-Fi. Хозяин очень плохо говорит на английском. Говорит, конечно, но тяжело очень с ним дается общение. Заходим внутрь. Что мы видим? Есть диван симпатичный. Потом телевизор, это похоже кондиционер, специальный роутер, так вот стол есть, 4 стула. Смотрим мы спальню, вот так выглядит спальня, есть кондиционер, москитные сетки, есть еще один телевизор, есть шкаф. Тут мы видим USB как минимум. Хорошо сделан санузел, никаких претензий нет к нему. Уже и запаха не осталось. Запах остался, знаете, какой-то именно то, что вот недавно дом построил. Идем дальше. Здесь у нас кровать, маленькая, кондиционер, шкаф и еще телевизор. Кстати, обратите внимание, вот из этой спальни видно, как видно соседа. Еще заходим сюда, еще один санузел, он чуть поменьше, так он выглядит. Возможно, не хватает москитных сеток на окнах. Это, наверное, единственное, к чему стоит придраться. Зато кухня интересная. Есть холодильник среднего размера, стиральная машина простая, есть микроволновка, электроплита, посуда, все свежее. Некоторая посуда куплена, даже не распечатана. И есть тут очень крутой бонус. Видите, у нас тут в раковине два крана. Один кран – это питьевая вода, потому что здесь фильтры стоят. Это очень интересно, что такое редко встретишь. Вообще можно готовить еще и на улице. Ну вот, так он сзади выглядит. Этот поселок, он огорожен стеной, и шлагбаум с этой стороны есть, как минимум. Вот, я не знаю, может ли там выехать с другой стороны, но подъезд, ну как бы есть шлагбаум к нему. То есть простой человек туда не попадет. В данный момент я не мог попасть сюда из-за того, что хозяин плохо говорил. Я просто встал у шлагбаума и никак не мог ему объяснить, что я никак не дошел до сюда. Пришлось пешком до дома идти. Вот. Сейчас мы затестим интернет. В целом могу сказать, что место неплохое, потому что вы будете минут здесь 15 доезжать до моря. Вот, здесь дом очень хорошо укомплектован, можно жить с питомцами. И обратите внимание на скорость интернета. Вот если вы сейчас увидите, 32 на скачку и 17 на выкачку. Это хорошая, очень мощная скорость. В общем, сюда можно хорошо так заехать и жить не тужить. Но обязательно с транспортом. Байк где стоит? Этот дом, да? А вот здесь вот идет строительство похожих домов. И закончат они их где-то через год. Сейчас у нас сентябрь 2017 года, поэтому нужно понимать, что здесь будет шум где-то с утра до 5 часов. Например, мы сейчас находимся здесь около получаса, около часа. Шума нет, но он может быть в любое время, вот в этот период времени. С вами был Лев из компании About Some Way.